256 сотрудников Экибастузской станции ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова поддержали инициативу администрации города в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке Экибастуза. Несколько подразделений станционников вышли на субботник. В данное время в этой участке работает 38 человек, один инвестиции, отдел бюджетирования, капитального строительства, КТЦ-2, котлотурбинный цех. Убирали сотрудники ГРЭСа не центральные улицы, а закрепленные за ними территории, расположенные в 20-м, 19-м и 15-м микрорайонах города. Вдоль улицы Мухтара Ауэзова от здания межрегиональных электрических сетей до улицы Академика Королева. По улице Королева до улицы Маншук-Маметовой, а заканчивали уже на улице Энергетиктер. Кроме того, наводили порядок промышленники не во дворах, а между проезжей частью и домами. Сотрудники станции на общегородской субботник приходили целыми семьями. Я сюда пришел для того, чтобы убирать листья. Помогаешь кому-то? Маме и тете Лене. Участники субботника призвали экибастузцев, вне зависимости, физическое это лицо или юридическое, принять активное участие в проводимых мероприятиях по уборке городских территорий и их благоустройству. Было соблюдал чистоту, да, и всех прошим, и всех созываем, чтобы все пришли, помогали. Это не только мы, организация, пускай жильцы тоже выходят, помогают. Надо убирать всегда листья, чтобы их не было. В этот субботний день на уборку вышло порядка 20 тысяч человек. Задействовано было 40 единиц техники. От мусора очищено более 2000 квадратных метров. Ликвидировано 10 несанкционированных свалок. И вывезено более 750 кубометров бытовых отходов. В эти выходные заканчивается месячник по благоустройству и санитарной очистке города. А также запланирован последний субботник. Всех горожан и предпринимателей Экибастуза призываем принять активное участие.